Всем добрый день! Сегодня мой отзыв вот о такой колбасе. Это колбаса Стародворье торговой серии «Дугушка». Эта колбаса изготовлена в России во Владимирской области. Я уже покупала колбасу этой торговой марки, пробовала ветчину, она мне очень понравилась. Затем я пробовала докторскую. Теперь продавщица посоветовала вот эту колбасу салями запеченная. Говорит, что она очень вкусная. Не знаю, насколько это верно. Сейчас попробуем. Состав здесь неплохой, если верить тому, что написано. Здесь свинина, филе куриных грудок, мясо птицы кусковое, шпик, говядина, белковый стабилизатор, нитритная соль, затем пшеничная клетчатка. Так, пряности, сельдерей, тмин, перец чили, стабилизатор, пирофосфат натрия, окислитель, лимонная кислота. Вот так выглядит колбаса на разрезе. Вкрапление жира. По цвету она больше напоминает варено-копченую, чем просто вареную. Но не знаю, какая она будет на вкус. Запах вроде у нее неплохой. Вот так выглядит колбаса в нарезанном виде. Нарезается она неплохо, плотненькая. Посторонних привкусов нет. В составе сказано, что есть тмин. Тмин я не почувствовала. Чувствуется перец и соль. Соли здесь больше, чем в обычной колбасе. Лично мне показалось, что колбаса немного солоноватая. Но в принципе она так и называется — солями. А солями обычно колбаса соленая. Я не скажу, что колбаса там плохая, но мне она не очень понравилась, потому что я считаю, что колбаса должна как бы провоцировать, чтобы ее еще и еще пробовать. Ну, здесь такая вот она средненькая, можно так сказать. Единственное, что успокаивает, все-таки состав неплохой, если верить тому, что написано. Муж попробовал колбасу, сказал, что если бы не вкрапление жира и не соль, она бы напоминала ливерную колбасу. Конечно, я с этим не согласна, но так как у всех вкусы разные, я решила озвучить эту версию. Но мне просто показалось, что здесь что-то перемудрили с составом. Соли много и какая-то специя, которая мне не очень понравилась. Написано, что в составе есть сельдерей, но аромат сельдерея я тоже не почувствовала. Мы ее, конечно, съедим. Думаю, что для бутербродов она подойдет. Но вот я пробовала у них, вот у этой торговой марки Стародворье ветчину. Ветчина мне понравилась. Я никак не могу ее купить, чтобы рассказать еще и о ней. Надеюсь, о ней еще тоже расскажу. Надеюсь, мой отзыв оказался кому-то полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости, будет еще много интересного. До новых встреч!